Ну-ка, дай контрольную списать. Дай. Договоримся. Руки взял, ты бумажку еще раз подойдешь. Здорово. Здорово, Света. Танька, видел? А где ты здесь? В общем, мы это... Ой, ты меня напугал. Стоп. Лесничка. Давай руку. Давай. Загадай желание и сдуй. Я загадала. Сдувай. Давай ты. Ты что загадала? Я тебе не скажу, потому что не сбудется. Сейчас как поймаю вас! Играй! Серег, пойдем! 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 Решаем. Да. Орешкин, дай списай. Да. Руки убери. Орешкина. А то что? Ничего. Рома! Вершинин! Вершинин! Серёга! Выйди из класса! Хорош, хорош, хорош. Вася, 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 сядь. Сядь, Вася. Защитник. Орешкина, сядь на место! Кошкины, да вы что, с ума посходили? Леди Ивановна, извините, ну, такое обстоятельство. Чеканутые. Сереж, а вдруг тебе Лидочка кол влепит? Ты же на физмат собираешься. Ну, зря ты так. Ничего не зря. Я этому придурку, я его голыми руками задушу. Да не надо его душить. Чего ты его защищаешь-то, а? Я его не защищаю, я за тебя переживаю, чтобы ты из-за меня не получал плохие оценки. Да ладно, за компанию кол не в лом получить. Угу. Только плакал мой фотоаппарат на день рождения. Кстати, насчет дня рождения, что ты решил? Я думаю, на речку. А? Костерочек, шашлычок, гитарка. Как вам? Отличная идея. Мне тоже нравится. Может, ты у бабушки отпросишься? Не отпустит она меня. Да ладно тебе. Ничего не доладится. С моей бабушкой не договоришься. И тебя, между прочим, тоже не отпустят, если тебе Лидочка колу влепит. Привет, пап! О! Давай помогу! А тут уж помогать нечего. Дай этот свечной ключ мне. Ну что, в школе как? Да, нормуль. Папа, можно я в субботу вечером мотоцикл возьму? Это если еще доживет наш конь до субботы. Во, в чем вопрос. А куда ты ехать собрался? Да, у Васьки ластовки на день рождения, хотим на речку рвануть. Ну, рвани, попробуй. Что значит попробуй? На какую речку ты собрался? Ты что, хочешь простудиться, а потом школу пропустить? Мам, ну я маленький, что ли? А то большой. Скажи лучше, когда из школы шел, ты не видел, автолавка не приезжала? Да нет. Давай, тогда иди домой. Все, давай, бросай свой трудулет, мой руки, пошли за стол. Ну иди, сейчас я вот за... Что значит иди? Чи на стол и сам за стол, пойдем, говорю. Давай, все, пошли. Ой, Валя. Что, Валя? Там какой мотоцикл? Ты что его подбиваешь, а? Да пусть съездит, Куда Господи. Он съездит? Здоровый парень. Вот вечно придумывает, ему учиться надо. Все наперекор, а? Вот так все поперек. Ну, ладно, 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 пошли. Да ладно. Не шуми.
Подлей еще чуть-чуть. Угу. Мать, мне пушневую надо менять. Совсем на ладан дышит уже. А нет, может, машину купим, а? А что? Деньги есть. А? Какую поршневую? Какую машину? Деньги копить нужно. Сережка 11 класс заканчивает. В город поедет. В университет поступать. Квартиру нужно будет снимать. Это сколько? Ты сам-то подумай. Ну, все понятно. На, с хлебом ешь. Мам, год только начался. А не успеешь оглянуться, как закончится. Вот сразу, сразу упустишь, потом не догонишь. Поэтому никакой реки. Слушай, ну я что, не имею права к другу на день рождения сходить? Что это за день рождения? У холодной реки-то. Сереж, про учебу думать надо, чтобы в люди выбиться. А я не человек, да? Без образования ты получеловек. Вон мы с отцом всю жизнь корячимся, а толку? Серег, а ведь мать права. Учиться надо, сынок. А на кого нам еще надеяться? М? Ладно, началось. Все, я к Орешкиным. Ну вот. Я скоро. Ах. Дурака учить, что мертвого лечить. Ты про кого? Про тебя. Машину он захотел. Ну ладно, что ты, ну сказал ешь, так. Ешь, ну. Давай, ешь уже. О! О, выдумщицы! В суп ее! И дело с концом. Бабушка, что ты такое говоришь? Кнопка выздоровеет. Да, выздоровеет. Все равно же хромать будет. Ничего она не будет хромать. Это я тебе как будущий врач говорю. Цип-цип-цип-цип-цип. Врачихой собираешься быть. А уроки за тебя кто? Пушкин будет делать? Тебе ведь помочь некому. Самой пробиваться придется. И вы чем глупости вот этим заниматься? Лучше бы задачки порешали. Так мы решали, у нас не получается. Ну вот еще попробуйте. А мы у Сережи спишем. Ну вот я и говорю, Пушкин за вас будет решать. Бабуль, Маша шутит, мы не будем списывать у Сережи. О, а вот и помощь с другого берега. О, легок на помине. Да, и еще Геркулес, пожалуйста. Экстра такой. Угу. Спасибо, да. Сколько я должна? 300. Возьмите, пожалуйста. Угу. Спасибо. Ой, Лидия Ивановна, здрасте. Как там у Сережка-то? Да хотела сама к вам зайти поговорить. А что-то случилось? Да не случилось пока. Но меры принять следует. Не пугайте меня так, Лидия Ивановна, пожалуйста. Пугаться тут тоже нечего пока. Сереж талантливый мальчик. Но, вы знаете, голова у него совсем не тем занята. Таня Орешкина его с пути сбивает. Сегодня в классе устроил драку. Это же срыв урока. Да, я понимаю. Я, конечно, не стала говорить пока директору, но... Если еще такое повторится, сами понимаете. Вы отваживаете от нее Сережу. Отваживаете. Несерьезная она девочка. Ну, если, конечно, хотите, чтобы он учился в университете. Все, он забросит с ней всю учебу. Спасибо, Лидия Ивановна. Я обязательно приму меры. Обязательно. Примите. Спасибо. Ишь ты. Правильно. Вот так вот. Можно не проверять. Сереж, ты гений. Чай пить! Пирожки! Ой, спасибо. Путисон, это то же самое, что эти. Кабачки, но только кабачок вот такой вот, а это вот такой вот, да. Сергей, пойдем домой. Ой, Валь,
Ты чего не здороваешься? Привет, Михайловна. Сережа нужен срочно. Мам, ты чего? Сергей! Случилось что? Да? Случилось. Ты иди, я потом. Я кому сказала? Сереж, пойдем домой. Валь, ну попей с нами чайку, по-соседски. Некогда нам чай пить. Я кому сказала? Не понимаю, какая муха ее укусила. Ну что случилось? Что? Ты чего к Орешкину повадился? Тебе с медом намазано? Не твое дело. Как ты с матерью разговариваешь? Глаза твои бесстыжие. Как хочу, так и разговариваю. Сынок, сынок, дорогой мой, пойми, ведь я за тебя переживаю. Ты как стал сюда ходить, ты ведь, ты про все забыл. Ты про учебу забыл. Не надо. Не пара она нам. Понимаешь, не пара. Мам, это мое дело, с кем дружить, а? И куда ходить? Нет, не твое. Я мать, это и мое дело. Ты не будешь сюда ходить. Мама, я люблю Таню. Какая любовь, а? Ну скажи, ну какая любовь? Выпускной год. Тебе о будущем думать надо, понимаешь? А ты одни тройки будешь с ней хватать. Пожалуйста, ну не надо. Не надо начинать опять это все. Что начинать? Ты хочешь с ней здесь на всю жизнь остаться? В этой дыре, да? А ты, мать-то, послушай, меня послушай, отсюда бежать надо. Поэтому надо учиться, понимаешь? Дальше, дальше. А если ты в университет не поступишь, что будет-то? Мама, я плевал. Я плевал на ваш университет, понимаешь? На твой университет. Плевал. Что значит плевал? Что значит плевал? Ты что такое? Сергей, вернись! Отец, ну что делать-то? Серега совсем от рук отбивается. Мы для него ну все делаем, ну все, ну только учись. А у него любовь какая-то. Да ладно тебе, дело молодое. Да он еще ребенок, 11 класс. Чего себе ребенок? Я после 8-го он уже в колхозе вовсю вкалывал. Да что несешь-то такое? Сейчас другие времена, другие возможности. Серёж, не надо меня провожать. Иди лучше с мамой помирись. Я не буду с ней мириться. Я с ней не ссорился. Ну, все равно помирись. Ладно? Ну, хорошо, помирюсь. Какая же ты у меня замечательная. Ну, все, иди. Слышь, если мы с тобой меры не примем, это нещитаемо всю жизнь искалечит. Послушай меня. Слушай, мать, по-моему, ты палку перегибаешь. Гляди, так и тепло ломать недолго. А что, нужно руки опустить? Ждать, куда кривая вывезет? Да при чем там руки опустить? Ну, не знаю, как-то по-доброму надо углы, что ли, обходить. А ты прешь, как танк. Зато ты у нас хорошо умеешь углы обходить. И нашим, и вашим. Да я просто хочу, чтобы все нормально было. По-людски. Чего все вздыхаешь-то? Ба, ты суп солила? Я солила. И вот что я тебе скажу. Сережка твой парень замечательный. Но только рано все это, понимаешь? Рано. Мне скоро 18. О, закончи школу, поступи в институт. Студенческие годы. Бабушка, ну мы же не жениться собираемся. Ну, слава богу, хоть не это. Да, и вот что я тебе еще скажу. Валентина просто так Сережку своего из-под крыла не выпустит. Она все равно не даст вам быть вместе. Вот помяни мое слово. Бабуль, ну не нуди, а.
Дурёха. Дурёха. Ой. Здравствуйте, Валентина Григорьевна. Ой, Танечка, Танечка, зайди-ка, а. Дело есть. Какое дело? Я про Сережку. Тань, ты же знаешь, какой он талантливый, как у него хорошо с математикой. Олимпиаду выигрывает, на доске почета как лучший ученик висит. Тань, поговори с ним, а? Ну, поговори, пусть он математику не забрасывает. Ну, нельзя ему талант зарывать, Тань. Повлияй на него, родители он не слушает, что, муж не авторитет, он тебя послушает. Он к тебе очень хорошо относится. М? Ну, конечно. Конечно, я с ним поговорю. Спасибо. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. До свидания. Счастливо. Таня, Тань! А позови на чай. Может, тебе еще переночевать негде? Негде. Ну, тогда попозже приходи, я подготовлюсь. Тань, а мне родители мобильник купили, смотри. Я за тебя рада. Ну что, посмотреть даже не хочешь? Да, поговорит она. Бабушка не узнает. Тише, бабушку разбудишь. Мы как мышки. Подарок от нас двоих я уж купил. Молодец. Красный для девочек, синий для мальчиков. Это безумно важно. А то у меня все по правилам. Ой, не надо, я сама. Ну, там застежка запуталась. Только ненадолго, ладно? Почему недолго? Потому что я твоей маме обещала не отвлекать тебя от учебы. Я не отвлекаюсь, я отдыхаю. К тому же завтра выходной. Давай, давай, улыбаемся, Леха, улыбаемся, чё ты? О, ребята приехали. Девчонки! У-ху! Привет! 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 С днем рождения! Спасибо. Спасибо, Танюш. С днем рождения. Так, ну что, опять мне книгу принес? Нет, это альбом для фотографий. Привет. Так ты знал, что ли? А то. Серег, спасибо большое. Сереж, ты можешь меня, пожалуйста, домой отвезти? А что такое? Да надоел мне все уже. Вы чего, поссорились, что ли, опять? Пошел он. Так, Маша, давай руку. Так, давай мизинцами. Мизинцами, вот. Да. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Поцелуйтесь быстро. Так, дай-ка мне.
Целуй меня. Вот. Целуй, ну целуй. Давай, Ма. На камеру еще раз, ребятки. Свадебное фото. Еще раз. И... Опа! Серега, давай нашу. Ну, давай. Давай. Держи. Давай. Че, нашу? А? А то. Давай. Ну, что ты обижаешься-то? Да ничего. Ты весь вечер никакого на меня вообще внимания не обращал. Так я на тебя две цветных пленки потратил. Ну, значит, мне мало. Ненасытная. Едем в магазин за звездами с лицами вполне серьезными. Мне галактику, тебе галактику. Мы заселим их синицами, аплодируй мне ресницами. Ты красавица, тебе понравится. Берега, мы два разных берега. Как же ты мне дорога. Как мне быть? Страдать и значит любить. Мы как будто берега. В моем сердце только ты будешь жить. Ну а как иначе? В небе облака барашками, я спешу к тебе с ромашками в новых сапогах, с улыбкой на губах. Девушки всегда ломаются, но мои мечты сбываются. Ты красавица, тебе понравится. Берега, мы два разных берега. Как же ты мне дорога. Как мне быть? Страдать и значит любить. Мы как будто берега. В моем сердце только ты будешь жить. Ну а как иначе? Аня! Спасибо, Серег. Слушайте, ребят, спасибо вам большое, что вы пришли ко мне на день рождения. Мне безумно приятно. Я хочу, чтобы мы встретились здесь на следующий год. И еще через год. И каждый год здесь встречались. А? Как вам? Да какой каждый год? Через 10 лет бы встретиться. Да ладно ты чё? Слушайте, а правда? А что нам мешает встретиться через 10 лет? Да. И посмотрим, кто кем стал. А у меня идея. А давайте каждый придумаем какое-нибудь желание, запишем на бумажке, закопаем, ага. Через 10 лет откопаем, посмотрим, сбылось оно или нет. А? А у меня есть бумажки. А ты ж ботаник. Так, сейчас я принесу. Давай с бумажкой. Да. Так. Вот. Что будем писать-то? Вот. Опа, держи. Бесстыдница! Я на речку уходила. Что это творишь, окаянная?
Это Гулёна, какая выискалась! Бабуль, ну там тоже другие ребята были, мы с ребятами. Какие ребята? Какие ребята? Это ты что, с ребятами по ночам уже шастать выйду? Что такое? Бабуль, что такое у тебя? Что, опять сердце? Ты расстраивай меня побольше. Ну, умру я, ну кто о тебе позаботится? Сирота же ведь. Ну что ж ты вытворяешь-то? Прости меня, пожалуйста, прости меня. Я-то прощу тебя, я прощу. Но только я умру, что ты делать-то без меня будешь? Бабуль, ты слышишь, нам к врачу надо ехать. Не надо. Какой врач? Какой врач? Сегодня же воскресенье. Ну и что, там все равно есть дежурный врач. Не надо никаких врачей. Там он, я там накапала. Капельки принеси мне. Я тебя принесу, но к врачу мы все равно поедем. Дурёха. Ну что ты? Ну, я же говорю, отпустила, отпустила. Зря мы приехали сюда. Бабуль, ничего не зря. У тебя все время эти приступы случаются. Аккуратнее. Вот, ну. Вот. Давай. Ну. Спасибо, милая. Спасибо. Ну, я пошла, доктор, да? О, присядьте пока, Анна Михайловна. Нет, я не могу рассиживаться. Мне домой надо. Ну, вот отдохнете и пойдете. Пульс частит, конечно. Ну что? Я не советую вам ее забирать сейчас. Вашей бабушке надо остаться в больнице и пройти курс лечения. А что с ней? Ну, возраст. Надо перестраховаться. Так будет надежнее. Нет, 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 я не могу здесь оставаться. У меня же хозяйство, куры. Бабуль, ну что, я кур, что ли, не покормлю? Врач сказал, нужно его слушаться. А сама сухомятку будешь есть, да? Бабушка, я сама себе все приготовлю, пожалуйста, не переживай. И давай не будем спорить, хорошо? Идите, оформляйтесь. Ну, вот характер такой. Так и знал. Отец говорил, поршни выменять надо. Может, еще раз попробуешь? Да без толку. И что нам теперь делать? Не пешком же нам идти? Все это из-за меня. Не надо было мне на эту речку ехать. Оп, дождик. Так, давай, побежали. Сторожку, тут недалеко наша сторожка. А мотоцикл? И ничего с ним не будет. Все, побежали. Промокла? Недалеко осталось.
Фу. Сейчас растопим, будет что надо. Ты совсем замерзла? На, переоденься, а то простынешь. Ой, нет, не надо, я так согреюсь. Да я отвернусь. Летышка совсем. Ты у меня такая красивая. Как мокрая курица. Я тебя никому не отдам. Слышишь? Никому. Зин, да ты не серчай. Нам же надо что-то делать. Ой, да серчай, не серчай, вам что? Всем да, же свои дела надо делать. Да мы с матерью с ума сходим. Уехали черти когда. Дождь он какой на дворе, а их все нету и нету. Вот именно, что дождь. Там, небось, в больнице никого давно нет. Ну, ты открывай, сейчас позвоним, узнаем. Позвоним, позвоним. Родители, наверное, волнуются. Плевать. Я люблю тебя, Таня. И я тебя тоже люблю. Давай, 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 давай. Тише. Господи, а?
Не, ну ты смотри, что творится. Вот именно, что творится. А тебе хоть бы хны. Вот как уставишься в свой ящик этот. Футбол свой. Ну? Паразиты. Вань, что делать-то, а? Вань? Не ждать. А я не могу так сесть, ждать, сложа руки. Не могу. Знаешь, Вань, вот чувствовать мое сердце, вот что-то случилось. Знаешь, вот я чувствую. Да, может, дождь пережидают. Да какой дождь? Гроза давно закончилась, дождя нет уже давно. Да, Валя! Он взрослый парень. Ну, что ты в самом-то деле? Да давай ты уже, делай ты что-нибудь там в самом-то деле. А со взрослыми беды не случается. Гроза вон какая была. Может, мотоцикл перевернулся, еще что? Я звонил в больницу. Никто к ним не поступал. Да шевелись ты уже. Нет, я сейчас пойду опять до Орешкина дойду. Ну, я же с почты шел, заходил к ним. Нет там никого. Валь, ну полчаса еще, а? Вот если через полчаса не появится, значит, пойду к Тарасову. Трактор просить. Искать поеду. Ну. А, что ж ты делаешь? Нет, я все-таки пойду. Сиди! Сказал. Да что же они делают, а? Вот хоть бы они не забили вообще. Чтоб ты понимала. Давай. Валя! Ах, ты молодец, ты молодец, а? Ну и где вы шлялись? Мам, я тебе потом все объясню. Сереж, пойдем домой. Там. Порядочные девушки с парнями по ночам не таскаются. Мама, не надо так говорить про Таню, пожалуйста. Как ты прикажешь мне с ней разговаривать? Таня моя девушка. Понятно? Сереженька, давай дома поговорим. Я не пойду домой, пока ты не сменишь тон. Хоть бы нас отцом пожалел. Ты же знаешь, что у отца сердце. Я вон волокордину глоталась. Мы чуть с ума не зашли. Я здесь полночи у дома круги нарезаю. Мерзавцы вы, мерзавцы. Она меня ненавидит. Ну, что ты глупости говоришь? Да не глупости. Мама просто перенервничала. Нас никто не посмеет разлучить, Лидочки. Лидия Ивановна. Что, Орешкина? Можно мне выйти, пожалуйста? Мне срочно. Тебя в медпункт проводить, может быть? Кошкина, иди посмотри, что с ней. Может быть. Нет, контрольная. Ну что? Плохо тебе? Ага. Что? Прям мне тошнит, прям выворачивает. И голова кружится. Слушай, ну не беременна же ты. Тань,
Я что-то не знаю, что ли? Господи, как я бабушке скажу? Так, подожди, не паникуй. Значит, бабушке там, Сереже, ты пока ничего не говори. Ну, ты и так не говорила. У нее же сердце больное. Мы что-нибудь придумаем. Что мы придумаем? Ну, мы как-нибудь разберемся. Как мы разберемся? Значит, сначала мы пойдем к врачу и все узнаем, да? Поела бы на дорожку-то. Я не хочу, спасибо. Ну что это за не хочу? Ты, небось, к вечеру ведь только вернешься. И потом я не понимаю вообще, зачем тебе сейчас этот учебник для поступающих в вузы? Бабуль, к поступлению нужно готовиться заранее. Тем более, что я уже с Машкой договорилась. На. Спасибо. Ой, Господи. Ничего не понимаю, что происходит. Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия? А, Орешкина. Орешкина. Слушаю, Орешкина. На что жалуетесь? Понимаете, у меня... Проходите за ширму, раздевайтесь. Пожалуйста, только не реви, а то я сама сейчас расплачусь. Какой срок? 4 недели. Слушай, ну хорошо, что ты заранее узнала, что еще можно что-то сделать. Ты о чем? Ну как? Ну? Ты чего, с ума сошла? Я не буду этого делать. Тань. Я тебя по всей деревне ищу. Маш сказал, что ты здесь. Что случилось? Тань, что случилось? Сереж, ну помнишь, мне в школе стало плохо. Ну. В общем, я сегодня была у врача. И что? Там что-то серьезное? Не знаю, как это сказать. У нас с тобой будет ребенок. Ну и новости. Ты же сказал, что ты меня любишь, что мы с тобой поженимся. Ну, конечно, я тебя люблю. Конечно, люблю.
Мы сейчас с тобой пойдем и расскажем все родителям. Ой, нет, 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 я боюсь. Ну что, что ты боишься? Что ты боишься? Они обрадуются. А ты обрадовался? Ну, конечно. Конечно. Мы с тобой поедем в Москву. Поступим в институты. Я устроюсь на работу. Буду подрабатывать. Будем растить ребеночка. Все у нас будет хорошо. Правда? Правда. Правда, ты правда обрадовался? Я правда обрадовался. Я так боялась тебе говорить, Сереж. Все у нас будет хорошо. Затягивай, скажи бабушке прямо сейчас, а я пока своим скажу. Пока мы вместе, нам ничего не страшно. Уехала с Машей, вернулась с Сережкой. А, он нас на остановке встретил и подвез. А, ну-ну. Есть будешь? Нет, спасибо. Ну как это? Ну что это? Целый день голодная. Учебники-то купила? А? Учебники, говорю, купила? А, нет, они закончились. Мы с Машей потом съездим на каникулы. А-а-а. Бабуля, ты капли пила сегодня? Давай я тебе накапаю. Не надо. Бабуля, а помнишь, мы с тобой сериал смотрели? Там Катя. Ну, помнишь, помню, да? Помню, помню. К чему клонишь-то? Ну вот, там у нее еще был парень. Ну. Ну, чего темнишь-то? Что случилось? Ну, говори. Бабуль, мы с Сережей решили пожениться. С ума вы, что ли, посходили? У нас будет ребенок. Нет. Нет, нет, ну. Бабуль, выпей, пожалуйста. Нет, батюшки, что же это творится-то? Грех-то какой? Танечка! Танечка! Бабушка! Милая, так теперь тебя из школы выгонят. Бабулечка, меня не выгонят, ты что? Ну мы же не в советское время живем. Ой! Стыд-то какой! Хорошо, хоть родители не дожили до этого стыда. Бабушка, ну почему стыд? Ну мы же с Сережей любим друг друга. Как это? Ну как ты вот в класс с пузом? Бабушка! Срам какой, Господи! Ой, беда
какая! Беда какая! Сереж, ты вот сейчас хоть понимаешь, что ты сам свою жизнь ломаешь? Мам, мам. Че ты мамкаешь? Слушай, что говорят тебе. Мамкает он. Сережка, скажи нам, что ты хочешь? Пеленки вместо уроков. Потом из школы выгонят. Потом армия. И не факт, что она тебя дождется. Сереж. Сереженька. Мам, Таня, она не такая. Она... Ну, конечно, она не такая. В постель с тобой легла. Не говори, пожалуйста, так про Таню. И к тому же я школу бросать я не собираюсь. Спасибо, утешил. Слышь, отец, не собирается. А вот весь этот шалман мы с тобой кормить будем. Я подрабатывать буду. Гляди, как все просто-то. Ну, а что? Чтоб быкам хвосты крутить, 11 классов не надо. Он пусть идет на ферму с котником и вкалывает. Раз самостоятельной жизни захотелось. Иди, вкалывай! Ну, что ты вот вечно по парню путаешь-то, а? Сереж, мы не против Тани. Правда. Ну, если хотите, женитесь. Но попозже. Сначала надо школу окончить, в институт поступить, образование получить, на ноги встать. А потом уже женитесь. Танечке ведь тоже учиться надо. А ребенок, это ведь не кошку с собакой завести, он каждую секунду отнимает. В общем, с ребенком надо решать. И как можно скорее. А сейчас это легко устранимая проблема. Что ты имеешь в виду, мам? Танечка же умная девочка. Она же понимает, что она не имеет права жизнь взломать. Тебе, себе, ребенку, в конце концов. Сереж, ну права, мать, права. О будущем надо думать. А это детеном всю жизнь перечеркнет. Да, и жирный крест поставит. Да вы вообще понимаете, о чем вы говорите, а? Ой, господи. Валь, ну, я не знаю, может, все-таки... Не может. Ну все, все, ну все, все, будет, будет, все, хватит, хватит, поплакала и хватит. Раз так случилось, значит, так должно и быть. Раз Бог дал нам этого ребенка, значит, нам его рожать и ростить. Спасибо тебе. Господи, кровиночка ты моя. Ну, мне-то за что спасибо? Это эти. А Сережа сказал, что они обрадуются. Ой, как, господи, какая же ты у меня наивная, какая же ты у меня глупенькая еще. Ну, какая мать такому известию обрадуется? Валентина, она ж Сережку-то просто в зубах носит. А тут такое известие. Ой, школу не кончил. Да еще хомут себе на шею повесил. Ну, мы с Сережей решили, что мы будем учиться. Что мы наймем няню, что мы переедем, что Сережа будет подрабатывать. Дай-то Бог. Господи, дай-то Бог. Нет, Сережка, парень-то у тебя надежный. Сережка замечательный у тебя парень. Ну, все. Ну, дай Бог. Сереженька, слышь, сынок, я ж все понимаю, но тебе ничего не придется делать, слышишь? Совсем ничего, мы с отцом пойдем, поговорим с Танечкой, мы убедим ее, она хорошая девочка, она согласится, правда, но не переживай ты так. Да что ж мы с отцом, зверишь только один. Все для тебя. Мы ж все только для тебя, Сереж. Все только для тебя. Мам. Ну все, все, не буду. Я не буду. У тебя, наверное, голова распалилась. А? Да пойди, приляг. Пойди. А мы все устроим. Thank you.
после 11 класса мы в город переедем. Мне Маша рассказывала, что у нее там родственники в рабочем общежитии живут, и там комнаты недорого сдают. Что-то уж больно далеко заглядываешь. Ну как, ну ты же сама говорила, что время летит быстро. Да, летит. Как песок сквозь пальцы сыплется. Тань, если что, деньги вон там за иконой. Это что значит, если что? Ну, мало ли что. Я же все-таки не вечная. Бабушка, ну что ты такое говоришь? Ну ты же еще правнука будешь своего нянчить. Ну-ка, иди в свою комнату быстро. Ну, здравствуй, Михайловна. Валентина, чайку поставить, да? Да давай. Я сейчас, я мигом, я быстро. Что, Валентина? Как же у тебя язык-то повернулся? Боже, я дитя убивать! А нищету плодить? Я своему ребенку такой судьбы не планировала. Да прекрати ты! Не, ну правда, Михайловна. Надо школу закончить. Потом выучиться обоим. Ну куда им сейчас жениться? Сами дети еще. Чтобы я избавилась от нашего ребенка. Ты чего молчишь? Может, нам правда сначала выучиться, а потом уже. Так вы все уже решили? Что мы решили? За меня? Тань. Мы с тобой поженимся, и обязательно у нас будут дети. Ну, потом, позже. Зачем нам усложнять сейчас жизнь? Это же легко устранимая проблема. Понятно. Что понятно? Понятно, что ты нас предал. Таня. Таня! Шила себе платье для осеннего бала. Боялась не успеть, до бала 3 дня осталось. Ну как? Отпад. На балу будешь самое классное. Ну так.
А вот уйду я следующую осень в армию. А тебя тут кто-нибудь такую красивую украдет, а? Чего ты взял, что тебя в армию-то возьмут? Ты же в институт поступать собрался. Ну, я тут подумал. Я, наверное, в деревне останусь. Устроюсь механизатором. Батя обещал договориться. А? Круто ты придумал. Да. Так ты тоже, может, не поедешь в город поступать, а? Ты чё? Чё? Совсем сдурел, что ли? А что я, по-твоему, здесь делать-то буду? Без профессии, без работы? Свиньям и коровам хвосты крутить? Да я свихнусь здесь. Я целый год жду, когда этот год учебный закончится, а ты? Вот, значит, как, да? Значит, рядом со мной тебе делать нечего, да? Я, между прочим, летом хотел тебя замуж позвать. Замуж? Да. Ты вообще сдурел, что ли? Нормально. Я, главное, с ней по-человечески, Вась, а она... Вась, ну постой, пожалуйста. А что тебе еще надо-то? Ну, лето-то еще не скоро. Ну, потом. Ну, кто так предложение делает? М? Дурашка. А ты выйдешь за меня замуж? А давай мы сначала школу закончим. Школу? Давай. Как мы будем жить дальше-то? Я просто ума не приложу. Я же ведь не вечная. Как ты будешь здесь одна, с ребенком? Ни матери, ни отца. Помочь некому. Чего ты молчишь-то? 160 на 100. Ну вот, вот, я же говорила. А от Вершининых помощи ждать нечего. Это уже теперь ясно. Бабушка, вот зачем ты сейчас это говоришь? Ну как мне не говорить? Как мне не говорить? Просто не говори. А может, покориться Валентине? Некуда нам с тобой деться, детонька. Если вы дружите, дружите. Держите за это чувство. Я вам серьезно говорю. Хватит мокнуть! Где ты ходишь? Пойдем! Услышьте меня! Таня, мы же у тебя реснички подкрасим. Дискотека как-никак. Да нет, не надо. Так сойдет. Знаешь что? А давай мы пойдем в райцентр и скажем, что Вершинин тебя изнасиловал. А я подтвержу, что он и раньше к тебе приставал. Маш, что ты ерунду какую-то говоришь, а? Я уж не знаю, что сказать. Я все что угодно сделала, чтобы тебя развеселить. Ну, считай, что ты меня уже развеселил. Давай уйдем с этого дурацкого бала. Угу, сейчас. Портит тебе праздник. Такое платье красивое. Пойдем.
тайными тропами я шла по первой росе. Привет, Тань. Не было опыта, и ошибалась. Может, потанцуем? Как все. Извини, что-то не хочется. Меня заманил в чужую дальнюю даль, а потом подарил одну беду да печаль. Больно. Но почему ты себя так ведешь, как будто это я один во всем виноват? А это я виноват? Ты-то тут при чем? Я понимаю, ты боишься, но это очень хороший врач. Все пройдет без последствий. Мама обо всем договорилась. У тебя очень заботливая мама, Сереж. Все пройдет под наркозом. Ты не почувствуешь боли. А я почему-то уже чувствую. Странно, правда? Тань! Таня! Ты что, Серега, говорил? А ты не видел, да? Как полынь горькая, моя слеза упадет. С утренней зоркою печаль ночная. Тань! Тань! Орешкина! Тань! Тань, подожди! Тань, подожди, мне нужно поговорить с тобой. Чего? Тань, ты мне нравишься. И давно ты это придумал? Я не придумал. Я всегда любил тебя. Ром, ты меня прости, но я сейчас не в настроении, чтобы воспринимать твои шутки. Я не шучу, Тань! Орешкина, я люблю тебя. Подождите, девушка. Ой, спасибо, мне ничего не нужно. Я ничего не продаю. Я такой галстук хочу предложить. Потянула. Спасибо, не надо. Как-то не надо. Дерьмо, не всегда галстуки нужны. Посмотри, они же почти ну. Я девушка. Галя. Галя. Здрасте, Лидия Ивановна. Че ж ты творишь-то? А что я творю? Я бизнесом занимаюсь. Вам галстуки не нужны. Смотрите, какие хорошие, да? Ты же обещала пить бросить. На работу обещала устроиться. Не берут меня на работу. Кому я там нужна? У меня мама меньше, говорит, на больничных сидеть будешь. Вот. На, подержи. На вот, ребятам твоим. А-а-а. Возьми. Иди домой, проспишься, приходи в школу. У нас уборщица на пенсию собралась. Попрошу директора за тебя. А-а-а. Спасибо, Лидия Ивановна. Возьмите, ну хороший же. Домой, Галя. Я приду. Обязательно. Врет. Не придет. Ученица моя бывшая. В Козловке живет сейчас. Ну, я пойду. Угу. А куда ты? Я за пенсией. Да какая пенсия? Обед там. Пойдем, проводишь меня. На, помоги. Ой, до 8 класса отличницей была. А потом как с цепи сорвалась. Одни мальчики на уме. Так и родила в 10 классе. А потом уж и вовсе с горки покатилась. Кому она сейчас нужна со своими детьми? Все отвернулись. Ведь какие надежды подавала. Так, аккуратненько, ступеньки. Опа.
Садись вот сюда. Угу. Танюш, ну не волнуйся ты, все будет хорошо. Я за все заплатила. Да. Если тебя позовут, меня не будет, иди. Слышишь? А я приду. Таня, Иван Романович потрясающий врач. Лучший. Ты глазом не успеешь моргнуть, все будет хорошо. Да? Договорились? Все, я скоро. Сереж, давай не будем терять время, съездим на почту, позвоним в Москву насчет вступительных. А как же Таня? Да все будет хорошо, не переживай, пойдем. Оба-на, еще один на небеса отправился. Кто? Известно кто. Малек. Да ладно, не парься. Через это рано или поздно все проходят. Вернись, малохольная, поздно будет, тебя же не возьмут! Ой, Танечка, привет, ты куда? Стой! Тань, постой! Да постой, да постой я тебе говорю! Таня, Танюша, очнулась девочка. Вот хорошо, ты умница. Что с моим ребенком? Главное, что с тобой все в порядке. Остальное потом. Хорошо? Отдыхай. Тебя обыскались уже. А кто меня искал? Иван Романович. Быстро давай, он уже два раза в палату заходил. Что это такое? Почему больничный режим нарушаете? Вы должны лежать, вы постоянно ходите где-то. Ко мне должны были прийти. Угу. А как себя чувствуете? Нормально. Угу. А, Таня, вас выписывать будут без меня. Я ухожу завтра в отпуск. Но, считаю, должен вам это сказать сам. Тань, вы, наверное, знаете, что мы вас чудом спасли. Но, к несчастью, не обошлось без последствий. Каких последствий? Вернулась, детонька.
все обойдется. Обойдется и полегчает. Мне сказали, что у меня, может быть, никогда не будет детей. Откуда они могут это знать? Ну что ты? Все в руках Божьих. Как Бог решит, так и будет. Ну все, все. Нечего сырость разводить. Знаешь, сколько слез еще в этой жизни понадобится? Все, идем. Я сейчас борщик сварю, кормить тебя буду. Ты, небось, устала с дороги-то, да? Да, я на автобусе ехала. Я думала, что меня Сережа встретит. Он меня не встретил. Так, Сережка же уехал в Москву. Поступать в какую-то спецшколу с каким-то математическим уклоном. Ну все, милая, все. Идем в дом, идем. Все, милая, все, идем. Сейчас я тебя кормить буду. Маш, коза не нужна? Ой, да какая коза? Ну, что ты как? Не знаю, Маша. Тань. Только не надо меня, пожалуйста, сейчас жалеть, потому что я опять расплачусь. Кто мог подумать, что это вершине такая сволочь? Маш? Все, не буду. Ну, как у вас там? Чего сказал родителям, что поступать никуда не буду, и что Вася замуж зовет. Ну, они поворчали, а потом перестали. Надеются, что все рассосется. Тань, все будет хорошо. Маш, ну где ты ходишь-то? Я уже полчаса эту как дурак отсвечиваю. Ты сказал, в 5 часов. Чего тебя не было в 5? Ну, отсвечивай дальше. Чего завелась-то? Чего ты наезжаешь на меня сразу? Да я не наезжаю. Ну, я жду. Тебя нет и нет. Я у Танюхи была. Слушай, ну как она там? Ну, а как ты думаешь? Ее предал любимый человек. Вообще этот Вершинин сволочь. Бросил Таню после всего того, что было. Да я Тане сочувствую, конечно. Но и Серегу мне жалко. Жалко? Конечно. Чего тебе его жалко? Он смылся и оставил ее одну. Да мама ему сказала, уезжай. Ой, бедненький, несчастненький, маменькин сынок. Маш, хватит. Между прочим, Серега мой друг. Да, я совсем забыла, что в детском саду на одном горшке сидели. Именно поэтому ты не можешь слышать о нем правду. Маш! А правда о твоем Сереженьке та, что он трус и подлец. Трус и подлец. Если ты будешь его защищать, я вообще не знаю, что... Успокойся. Может, попробуем их помирить? Серега мне письмо прислал с обратным адресом. Знаешь что? Пиши сумму Сереге сам. Да я что ему буду писать? Писатель что ли? Что, он писатель, что ли? Как Сережка твой? Обосновался в столице? Не боишься, что с пути собьется? А что это он должен с пути сбиться? Он у меня у родственника живет, у сестры двоюродная, она знаешь, как его держит? Да он сам не глупый, понимает, что такое высшее образование. А школа с математическим уклоном – это прямой путь в университет. Пишет хоть? Ну, как раз письма жду. 273-70. Ага. Про Таньку спрашивает. А что про нее спрашивает? Так родишь промежник любовь. Ой, Вайт, какая любовь? Молодой парень, ребенок совсем, бегала за ним как собачка, проходу не давала. Он чуть с ума не сошел. Да.
Знаете, мне пустоцвет не нужен. Я еще внуков хочу дождаться. Валя. А. Валя, Валя. Язык у тебя как помело поганое. Как же тебе не совестно такое говорить? А чего ты меня совестишь, что? Ты лучше за своей внучкой приглядывай. А то гоняется по парням, первая в постель прыгает. Будь ты проклята! Будь ты проклята! Гадь! Михайлова, Михайлова, что с тобой? Аркаш, бегом на почту, вызывай скорую! Ну что стоишь, беги давай! Тань, скорей, там бабушке твоей плохо. Упала, потеряла сознание у автолавки. Тань, привет. Привет. А это правда, что ты уезжаешь? Правда. А куда? К тете. Тебе какая разница? Я просто переживаю за тебя. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Молодец. А тут чё стоишь, кого ждёшь? Ром, я жду, когда откроется почта, чтобы позвонить тёте, чтобы договориться с ней, чтобы она меня встретила. Она оформляет надо мной опеку, чтобы меня не забрали в детдом. Тебе достаточно этого ответа или тебя что-то ещё интересует? Я просто хотел сказать, если тебе нужна какая-то помощь, я... Спасибо. Я тебя поняла. Пока. Пока. Что кнопка? Тяжела твоя нога. Ничего, Тань, ты готова? Готова. Не беспокойся. За дом мы приглядим. Ой, Машка, где же я еще такую подругу-то найду? Да ладно,
Как город приедешь, сразу про меня забудешь. Новые друзья, то да все. Ты что, дуреха? Ты же незабываем. Ты же на сволочь все-таки. Никогда я этого не прощу. Едем в магазин за звездами с лицами вполне серьезными мне галактику. Сели мы синицами, аплодируй мне ресницами, ты красавица.